Итак, здравствуйте, танкисты. Сейчас мы осветим такой момент с моими товарищами по клану специально для вас. Как пропадание танков из засвета, когда вы стреляете на артиллерии. Дело в том, что многие новички забывают о пользе правой кнопки, которая фиксирует прицел на любой точке, где бы он ни был. Причем на танке она находится, не на танке, то есть точно на той же точке. То есть куда ствол смотрел, туда он смотреть и будет. То есть все знают, вот представьте, сейчас здесь стоит танк КВ-4, то есть я вам сейчас об этом говорю. Представьте себе, что он светится, да, вы на него наводитесь, то есть у вас происходит корректировка, как я рассказывал в других уроках, на середину высоты, то есть у вас, получается, ваша траектория смотрит ему в центр корпуса. И, ну, вы кидаете с максимальным шансом поразить его. Но представьте себе, вы уже сведены, заряжены, и когда вы готовы стрелять, он пропадает из-за света, и прицел соскакивает у вас на землю, тем самым немного сбиваясь. Вы в этот момент нажимаете выстрел, и снаряд летит куда-то непонятно куда, какой-то дугой. Получается, ну, вы поняли, да? Танк пропадает из-за света прямо за долю секунды до выстрела. Это, ну, как бы очень неудобно, поэтому вот что я предлагаю сделать. Я предлагаю, когда танк светится, но должен пропасть из-за света, вы на него наводитесь и зажимаете правую кнопку мыши. Таким образом, вы знаете, что даже когда он пропадет из света, он ведь стоит точно там же, где стоял. А ваш ствол целится точно туда же, куда целился. Поэтому ваш снаряд полетит правильно. Никакого сбития прицела не будет. Сейчас мы вам покажем. То есть стреляй. Вот, видите, засветился, вы на него навелись, вот я сейчас зажал правую кнопку мыши. То есть представьте себе, что вы сводитесь только. Он стоит и думает, что в безопасности, лампочки у него нет, он никуда не уезжает. Видите, прицел никуда не сбился. У меня зажата правая кнопка мыши. То есть я смотрю сейчас точно вот туда, куда. Вот я навелся ему на башню, на середину высоты, там скорректировался прицел. Все, то есть я сейчас отправляю снаряд, он летит. Вот, видите, вошел в него. Теперь наглядно демонстрирую, как будет, если я не сделаю, не зажму правую кнопку мыши. То есть смотрим, стреляй еще раз, давай, засветишься. Ну, стреляешь? Стреляй еще раз, а, я забыл кнопку нажать. Так, то есть смотрите, как происходит. Вот, я сейчас не зажал правую кнопку мыши. И представьте себе, сейчас он пропадет из-за света. Вот, сейчас. Оп, и в этот момент я нажимаю на выстрел. То есть вы видите, зеленая точка была здесь и вдруг здесь. То есть у меня ствол, вот, понимаете, я целюсь, и ствол в этот момент дернулся. Поэтому, ну, происходит, как бы снаряд косо летит непонятно куда. То есть ствол как раз пошел чуть-чуть сдвигаться, и в этот момент я нажал выстрел. Снаряд полетит куда угодно, в пределах овала, перелетит там танк и все. Ну и последний раз для закрепления, чтобы для наглядности. Еще раз стреляешь. Вот. Мы сводимся, то есть повернулись, все, нажали, у нас овал еще широкий, но сводится, а этот танк никуда не уезжает. Ну, бывают такие в бою, бывают. Все, вы свелись, он там стоит. Правая кнопка зажата, нажимаем левую, снаряд пошел. То есть все поняли. Получается качественный выстрел. Это все опытные артоводы должны знать и делать. Переходим дальше. Следующий момент, который я хочу осветить, это стрельба со средней дистанции, когда кто-то подбирается уже к вашей базе. То есть вы видите 260 метров расстояние. То есть неважно, что я стою на открытом. То есть это может быть любая база, любые кусты. Там я могу через камешек стрелять там и так далее. То есть принцип в чем? Едет на вас танк. Вот сейчас, ну, может, вторую скорость, допустим, включить. Едь не спеша на меня. Вот такая картина. То есть все ее знают. Наводитесь на танк. Получается, овал уходит за танк. Если вы нажмете на выстрел, ну, тут рельеф сейчас вот меняет наше положение траектории. Но часто бывает, что вот так едет, вы нажмете на выстрел, пока долетит снаряд, остановись. Пока долетит снаряд, вот он же движется, да, движется. Пока снаряд долетит, он все, он пройдет уже над. То есть он уехал, а как бы дуга чуть-чуть сверху, как бы, и все. И над башней у него прошло и упало сзади где-то. А если вы целитесь перед ним, то все-таки он едет еще достаточно медленно. И ваш взрыв произойдет, ну, то есть снаряд, ну, прилетит. То есть вот сюда вы кидаете, он подъедет, но все равно
перед лбом у него, или ну чуть-чуть под нижним бронелистом взорвется, но все равно это не то. Вы хотите ему попасть, ну, куда-то в корпус или под башню там. То есть вы не хотите вот так. Что для этого делается? То есть, ну отъезжай назад, и я назад чуть отъеду. Ну вот, достаточно. Достаточно. Так, сейчас, когда скажу, будешь снова ехать вперед. Дело в том, что опять-таки есть такая замечательная вещь, как правая кнопка мыши. То есть смотрим, вот так я навожусь, да, он на меня едет. Выстрелю, он уже проехал, а снаряд упал сзади. Опять-таки вот так навожусь, да, снаряд, получается, упадет вот здесь. Сейчас, сейчас, вот здесь, перед ним. Ну, не самое оно, не самое оно. Хочется лучше, да? И вот смотрите, он сейчас будет ехать, а я зажму правую кнопку, и, то есть пока не едь, я объясню. Я зажму правую кнопку. Овал останется на земле, и он будет наползать на мой овал. Наползать, наползать. Овал, никакой автоподстройки уже не будет. Потому что с правой кнопкой у меня прицел мертво зафиксирован на той точке, где, ну, куда я целился до этого. И вот он будет наползать, и в нужный момент я выберу там упреждение там ему где-то на четверть корпуса и выстрелю. И все будет замечательно. То есть сейчас езжай. Вот, видели, как это происходит? То есть он наехал мне на 2/3 овала примерно, и я выстрелил. То есть таким образом не сбивается, не подпрыгивает овал, ничего такого не происходит. То есть сейчас жди, у меня еще КД 5 секунд. Вот, и еще раз езжай. То есть еще раз показываю. Вот, ну подожди, 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 подожди. Возьми чуток, еще чуть-чуть повернись влево, да, еще чуть-чуть влево. И теперь езжай, то же самое покажу. То есть смотрим, смотрим, смотрим. Навожусь. Вот, зажал правую кнопку. Вот, отправил. То есть ничто, ну, никуда не прыгает, не сбивается. Если он будет наезжать на перекрестие, то все будет нормально. Ну и последний момент, который я хотел бы осветить, это больше касается сплэшевых арт. Дело в том, что для сплэшевых арт, как бы, ну, прямые попадания это хорошо, но... важно, чтобы если вы не попадете как бы прямым попаданием в корпус, то чтобы прошел сплэш. И сейчас я хочу как бы про один важный момент сказать. То есть мне часто присылают вопросы. То есть 40 тонн, смотри, мы по твоему методу стреляем, и у нас часты перелеты. Представьте себе, что я сейчас на каком-нибудь там Буратино. Вы понимаете, что у него овал вот этот больше, да, сейчас? Больше. И получается, смотрите, что происходит. Как я уже объяснял про вот эту автоподстройку прицела на середину высоты танка в данной точке. То есть, смотрите, сейчас я целюсь на корпус, и у меня прицел подстраивается на середину высоты в этом месте, да, и вот у меня точка. Когда я перевожусь на башню, видите, то есть у меня автоподстройка выше там переводится, и вот здесь точка. Вот, получается, видите, опять ниже, опять выше, опять ниже. Так вот, смотрите, когда вы наводитесь на корпус, получается, у вас... прицеливание там вот на середину высоты, оно получается ближе к земле. И если у вас случается какое-то отклонение, то ли вы там чуть ближе снаряд полетел, то ли чуть дальше, то он ударяется в землю как бы все равно неподалеку от этой области, от этого, ну вот куда вы целитесь. А если вы наводите на башню, смотрите, получается у вас автоподстройка выше происходит. И если, ну то есть овал-то у вас больше на сплэшевой арте, это я на ГВПшке, она очень точная, овал больше. И если снаряд идет левее, правее куда-то, он не попадет в корпус, он мимо башни, пролетит и вот здесь как бы далековато взорвется где-нибудь, понимаете? То есть сплэшем почти не заденет. Особенно если КВ-4 сейчас повернет башню в сторону меня, вот в сторону респа, поверни башню. Вот, то есть вы видите, башня стала еще более узкой. То есть я целюсь, как бы снаряд, если пойдет ниже, он может попасть в корпус. Если он пойдет идеально посередине, он попадет, ну, примерно под башню. Но если он попадет, если он пойдет от середины куда-нибудь вот сюда, то он вот здесь мимо башни как бы просвистит, ну, вот у, да, вот овал больше у сплэшевой арты, мимо башни пролетит и вот сюда вот попадет. А если бы я целился либо на корпус, либо, ну, то есть, на скажем так, я вообще в бою, да, не целюсь вот так. То есть, я вас учил сначала изучить, где вот эта точка находится, да, и потом перевестись на нее вот туда. То есть, изучаем, то есть, навели сначала на танк, выяснили, где будет точка зеленая. Вот она, запомнили. И вот сюда переводимся, вот так стреляем.
то получается для сплэшевых арт будет актуально брать не вот точно по вот этой точке, а чуточку ближе. То есть смотрим, если вот навестись на корпус, да, точка будет вот здесь. Вот, ну а вы берите, ну чуточку, то есть между, вот башня, да, то есть вот точка, а если на корпус, то вот точка будет. А вы, ну вот сюда возьмите, вот сюда. То есть получается оно берет не под башню, а как бы все-таки в верхнюю часть корпуса. И если оно отклонится, то есть куда-то чуть дальше вот пролетит и в сторону, то меньше шансов, что оно мимо башни пролетит. Если вы нацелились ближе, то оно, пролетая мимо башни, зацепит все-таки по дальнему краю. По дальнему, то есть вы понимаете, да, если вот так кидать, оно будет попадать вообще или ближе, или в сам танк, мала вероятность перелета, да. Если вот так, то оно будет, ну, стремиться попасть в башню, но часто пролетит мимо башни. Это еще раз вынужден повторить, да. И если вы целитесь, то есть вот не в эту точку, а чуть ближе, да, то будет чуть ниже башни в корпус. То есть, понимаете, получается, если... Еще раз напомню, что если сплэшевая арта вот промазала вот сюда, да, вот мимо башни пролетела, вот здесь будет взрыв, все, ничего, никакого дамага вы не нанесли. Стреляете чуть-чуть ближе, может, там не идеальный шанс прямого попадания будет, но если вы промазали мимо корпуса, то об землю... Пожалуйста, сплэш, то есть отсюда вы берете еще. Ну и если ближе, ну если возьмет даже по самой крайней ближней точке, то, конечно, тоже надамажит. То есть учитывайте, просто понимаете... Понимаете, вот чтобы вот эти вопросы больше, ну, не задавали люди, то есть знайте, в чем прикол. То есть когда вы навелись на башню, да, у вас есть вероятность, что снаряд пролетит мимо нее. Когда вы навелись на корпус, то вы бросаете вот именно, то есть ваш прицел смотрит ниже, он ближе к земле. Когда вы промазываете мимо этой точки, то все равно попадаете где-то рядом, хоть в корпус, хоть в землю. Вот, то есть башня вам мешает. Пусть я 100 раз это вам повторил, но... Лишний раз не будет. 100 раз одно и то же, лучше запомнится. В принципе, на этом все. Вот эти моменты примите на вооружение. Всем спасибо, всем удачи.